Шеф-повар Максим Григорьев. Картофельный суп с беконом и черемшой. Картофельные супы легко и быстро готовятся, получаются всегда очень аппетитными и сытными. Цвет супу придает черемша, обжаренная с луком. Помним, что черемша – это первые весенние витамины. Бекон можно нарезать в суп кусочками, а можно украсить ломтиками. Предлагаю ввести в весеннее меню такой суп. Приятного аппетита! Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Бекон 80 грамм. Вода 800 миллилитров. Картофель 5 штук. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Перец черный молотый 1 щепотка. Сливки 10% 100 миллилитров. Соль морская 1 щепотка. Черемша 150 г. Шаг 1. Чтобы приготовить суп, нужно взять воду, картофель, лук, черемшу, масло подсолнечное, сливки, соль, перец, бекон. Шаг 2. 5 картофелин вымыть, очистить, нарезать крупно. Выложить в кастрюлю. Добавить 1 небольшую луковицу. Залить водой, 800 мл. Поставить на средний огонь. Варить до готовности картофеля. Шаг 3. 150 грамм черемши вымыть. Обсушить. Отрезать нижнюю часть стебля. Снять прозрачную пленку, покрывающую стебли. Шаг 4. 1 луковицу очистить. Нарезать мелко кубиком. Пассеровать до прозрачности. Шаг 5. К луку добавить черемшу. Помешивая, быстро обжарить. Шаг 6. Слегка поджарить на сковороде ломтики бекона, 80 грамм. Отложите их на тарелку. Шаг 7. Бульон слить в чашку. Шаг 8. Добавить к готовому картофелю черемшу с луком. Шаг 9. Пировать. Шаг 10. Добавить 100 мл горячих сливок и 50 мл горячего бульона. Еще раз пировать с помощью блендера. Шаг 11. Поставить суп на огонь. Довести до кипения. Снять с огня. Поперчить, посолить. Суп готов. Разлить суп по тарелкам. Добавить в каждую тарелку по 2 ломтика обжаренного бекона. Подать к обеду. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.